Несмотря на то, что юбилей отметят 9 октября 2018-го, уже через неделю стартует эстафета памятных мероприятий. Начнется она в Туапсинском районе. Детали празднования обсудили на совещании Организационного комитета «Победа». Провел встречу губернатор Вениамин Кондратьев. Мы должны не просто как бы отпраздновать эту дату, мы отчасти должны где-то ее прожить. Но вместе с молодежью, самое главное, с молодежью прожить и прочувствовать. Вот эта молодежь должна настоящую радость за это событие. Не просто прийти и помахать флажками. Тут настолько мы должны вложиться в их души, на самом деле, и вложить эту радость и величие этого события, что они должны вот так же нести всю свою жизнь и передавать уже своим детям и внукам. Глава региона поручил проверить состояние всех памятников, посвященных Великой Отечественной войне, а также призвал помогать ветеранам не только в канун празднования Дня Победы.